А совсем рядом с моим хостелом, буквально, я не знаю, в 50 метрах, на другой стороне острова, находится небольшой пирс, где можно покормить огромных рыб, которые называются по-английски tarpon, как по-русски я не знаю. В общем, и с ними можно посноркелить. Сейчас туда мы и идем. Небольшая финансовая информация по поводу Белиза. Значит, в Белизе валюта – это белизский доллар. Равен он примерно половине американского доллара или 28,5 рублей российских. Здесь, в принципе, к моему огромному счастью, на этом острове принимают карты практически везде. Есть также банк с банкоматом, то есть можно снять деньги. В общем, с этим проблем нет, в отличие от, скажем, многих других маленьких карибских островов подобного плана, где нужно просто запасаться кучей кэша, кучей налика, чтобы, ну, как-то адекватно прогнозировать свои траты. Здесь с этим проблем нет. И везде, и в ресторанах, и во всяких дайв-центрах, и так далее, принимают карты. И это очень круто.